Копы? Our Lord, the wall rider, tearing his truth into the unbelievers. У него все плывет уже перед глазами. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. And all doors will open before you. Окей, что это было? Ваше здоровье. Шкаф не забывай, можно в шкафу прятаться. Возможно, возможно. Класс. Нас оформили по полной. Rest in peace. Спокойся с миром, конечно. Только если ваша камера поднята и фиксирует происходящее. То есть записи в блокнот идут только если я заснял что-то на камеру. Интересная фишка, да? Камера отца Мартина. Священник, отец Мартин притащил меня сюда показать кое-что. Думает, я стану свидетелем всей той ерунды, которую он мне впаривает. Все здесь пошло не так из-за доктора Вернике. Вот только он умер лет 10 назад. Покойся с миром, гласит кровавая надпись на стене. Это, наверное, тот самый доктор, который из 4 был разбита фотографией. Я абсолютно в этом уверен. Не зря это все дело было. Кстати, мне очень нравится этот кадр. Давайте-ка сделаем снимок. Спасибо! У него что-то лицо не очень. Он только что себе лоб разбил. Я сейчас пропустил криповый момент. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher has this look too. Знаете, ребят, что-то я не хотел бы находиться вот в такой ситуации, блин. Куда? Куда идти? Это все камеры. Не смотри на меня так. Ну, мне казалось, мимо этих ребят надо было. Это какие-то огры. Ну, я не хочу туда идти. Они что-то говорили про то, про мою смерть. Красавчики. Угу. Закрыто. Я, наверное, не все двери обошел. Не знаю.
Давайте пойдем по дверям как следует. Зашибись тут за стенка. Темно. Готовит. Управлением немножечко не справляюсь. Окей, мы это дело обошли. Теперь, чтобы взобраться на выступ, двигайтесь в его направлении. Понял. Все эти фишки были показаны в ролике, в тизере или трейлере. Какая между разница, какая разница между тизером и трейлером? Психопаты. А я не верил, что геймплей будет таким. Чума. Да, весь он у них тут психушки. Просто связанный. Ну вот все, идите по кровавому следу к выходу. Да, нам по кровавому следу. Актив? Что это за... Класс! Просто класс. Технологии просто уровня правительства. Ну, знаете, правительственные заговоры о том, что правительство владеет неземными технологиями. Тут уже какие-то мощи. SCP-087 лестница пошла. Да ведь. Я знал, что здесь закрыто. Стрелочка! Между тем у нас есть сохранение. Это интересно. Down the drain. Значит ли это, что этот чувак... Он же псих, он не мог нам подсказывать, куда надо идти. Я не понимаю. Мне эта дверь не нравится. Если закрывать за собой дверь, это задержит ваших преследователей. Окей. Это отражение или что это? Ну, это походу отражение, ладно. Непонятно мне немного. Там чувак с дубиной. Ну,
Ну, по-моему, вот так в отдельную камеру, ладно. Так. Сам... Да пошел ты. И нам не сюда. Окей. Что это? Это не батареечка, жаль. Самое интересное, что... Вообще хрен его пойми, куда идти на самом деле. Но тут вроде бы как даже и сюжет имеется. Ну, грубо говоря, шкаф. Шкаф. Да чё шкаф? Какой шкаф? Я не представляю, в какой шкаф можно прятаться. Чтобы спрятаться, нажмите левую кнопку мыши. Вау! Как тут комфортно, а? Теперь понял, что за шкаф. Хорошо. Откуда такая осведомленность? Периодически делаю ручные сейвы. Сохранить и выйти. F5, F6 не действует. Не знаю. Выходить периодически. Козёл. Как, черт подери, я должен его обойти? Спрятавшись в шкафу. Прямо на меня смотрит козлина. Я не знаю, что делать. Тихо. Тут закрыто, да ведь? Ага. Он меня практически не замечает. Да ладно! Козёл! А я могу забежать? И что теперь? О, да! Я хотел, я не видел ни черта. Пробежать-то я пробежал. Окей. Дал за дрейн. Так. Для чего эта комната? Чувак, сюда иди. Сюда иди, чувак. Чувак. По-моему, ему на меня насрать, в отличие от того чувака. Окей. А тут идти больше некуда, да? Я даже не знаю, что делать. Я заметил дверь. Я догадываюсь, куда бежать. Интересно, придет ли он сюда?
Точняк. Мнить этого гада к тому гаду? Тот его убьет? Просто здесь мне говорили, что надо дверь за собой закрывать, это задержит. Кстати, у меня не было до сих пор подсказки о том, что можно ходить в... прятаться в шкафах, между прочим. Чувак, тот психопат не пробегал? Показалось. Была вроде. Блин. Что-то я походу пропустил эту подсказку. Кнопка. Follow the blood. Почему? Почему мы должны идти по крови? Ёпта! Окей! И куда же нам теперь? А, это ты что ли? Зашибись. То, что надо. Зачем я вырубил ее? Кто что делает? Походу нам сейчас проход освободили где-то. Там больше еще не было, да ведь? Не надо так делать! Вот она! Взял и выбил зачем-то нам здесь дверь. Спасибо за батареечку. Больше тут ничего и нету. Отсидимся немножечко. Ахаха, хватает дубинку. Ага, сейчас. А его и не слышно уже. Слышно. Я не знаю, что делать. Тут ничего нет. Тут кроме батарейки ничего и не было. Там открыли проход себе. А, так там открыли. Я перепутал сейчас кое-что, да. Пеномбр напомина... Блядь! Нет, Дэвид Блейн. Да ладно! Ты чё, блин? Пошёл ты!
фокусе. Что за секьюрити, блин, ни одного автомата нет. Опять два брата-акробата. Понятно. Я даже не знаю. Тут больше никуда нельзя. Тут вообще никуда больше нельзя. Чтобы перескочить провал или повиснуть, нажмите пробел. Эти ребята меня пугают! Что происходит? Что это было? Что-то мне это напомнило. Mirror's Edge. Игра не то, что новая. Игра вот только-только, вот только-только. Как только вышла, сразу скачал, установил и стримим. Это ж премьера. Дашбордик смотрели, ребят? Почему я уверен, что мне сначала сюда надо? Хотя тут Follow the Blood. Оу. Тут документы есть. Надо почитать. Так, залазь. Так. Не то. Корпорация Мерков, обслуживание чистительного входа. А, ну вот эти самые двери, шлюзы. Так, надлежащее обслуживание чистительного входа чрезвычайно важно. Обратитесь к руководству по обслуживанию. Уровень доступа по секретной информации. Окей. Для чего это было надо? Тут ничего больше нет. Лады. Так, мы отключили? Нет, не отключили. Шоуэрс. Там труп. Я что, не оставил себе карточку доступа? Вот это крайне тупо. Так, вырубил. Вот. Это крайне тупо. Открыто, да? А там вроде карточек никаких не было. Он его голову оторвал. Вот просто взял и оторвал. Иди за кровью. Куда-то туда надо. На этот раз было беспроблемно. Блин, привычка Е нажимать. Взял, свалился. Они специально туда прыгают. Кстати, время записи показывает камеры. 14 минут. А-а! 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 Надо было сигать в окно. Выбирайтесь через душевую. Что? Душевую?
Там дальше тоже выбито? Нет. Окей. Что за огры тут ходят? Никогда не поворачивайся спиной. Ага. Чё это двери? А, это просто окна. Батарейки. Мне кажется, я от кого-то сейчас улепетывать буду. Потому что уж больно тут круги наматывать можно. Зашибись! Опа! Выкуси, толстяк! Жиртрес! Хотя мускулов у него предостаточно. Какой нафиг жиртрес? Чё? Да, вот именно это я имел в виду. Чё? Да! Чё? А, вырубился свет совсем. Я только хотел скриншот сделать. Это кто-то есть. Не топай. Темно. Темно до невозможного. Найдите обходной путь. Какой нафиг обходной? Блин, его голос прям где-то рядом, ужас какой, а. Меня тут нет. Козёл!